26 октября, воскресенье, в культурном центре Линда Киви прошел традиционный детский день. Номер. Великанес. Великанес. Будем внимательны, молодцы. Великанес. Сегодня у нас молодежный работник Александр учит ребят и танцам, и жонглированию, и разным подвижным играм. И это, конечно, и развлекательно, и познавательно в одно и то же время. Следующее мероприятие у нас пройдет в ноябре, как обычно, по воскресеньям. И уже в декабре мы планируем ряд бесплатных мероприятий новогодних, уже не в формате детского дня, а именно новогодние елки.